Здравия желаю. Значит, что по опыту номер 4 у вас продолжает гореть. Значит, что я понял? Что вот эти лампочки. Вы видите, да? Они, когда меньше 9 вольт, они потребляют 0. То есть это вечные лампочки. Вот. То есть в итоге 4 опытов немного отошло в сторону. Тут была цель реле Амрон проверить, как он работает. А в итоге выявили, что эти лампочки не дали это все проверить на 4 опытах. Вот. Но выявил, что эти лампочки, если у них меньше 9 вольт, они горят вечно. Причем, что самое полезное, что их можно вешать хоть сколько. То есть тут получается как? Не то, что одна горела слабая. Вот, допустим, 5 горит, но это еще освещением, как видите, маловато. Таким же макаром можно повесить их 20 штук. Вот. Как говорится, наверх вот вместо лампочки, если гирлянду 20 штук повесите за крюк, да, будет светло, потребление будет 0. Также можно повесить во всех комнатах. То есть благодаря этому опыту получилось как, что проблема с освещением, можно сказать, решена, с вечным светом. Также они горят от батарейки. Таким же путем я подключал их, вот, подавал на них вот этот, где он у меня, во, вот это значит, с этого подавал, со счетчика, он дает 8,5, 8,6 вольт. Также со счетчика не сматывается, также с батарейки не сматывается, но условие в том, чтобы напряжение было меньше 9. До 9 потихоньку сматывается. То есть суть. Но так как они слабо светят, если меньше 9, полнакала, однако можно компенсировать это тем, что их набрать побольше, так как нет разницы, или одну засветил, она ни с батарейки не снимает ток, ни сети не снимает ток. То есть это можно как применять для освещения домов, теплиц и так далее. Вот эти лампочки 7-ваттные китайские, они стоят что-то, сейчас скажу, за 5 штук что-то отдал на доллары, $4, по-моему. $4 за 5 штук. То есть если на $50 набрать, можно осветить большую квартиру или там теплицу. То есть в каждой комнате штук по 20 повесить. Они не сматываются. Ну, каждая светится не сильно, но когда их много, вполне нормально будет. Вот тут вот 5 штук сейчас, я еще одну подцепил. Ну, такой свет не яркий, но вполне все видно. А если 20 штук, то будет все видно. То есть, получается, открыли, как говорится, пробу Амрон, открыли, значит, дорогу для вечного освещения. Но, однако, опыта, еще 6 опытов впереди, продолжать будем. Для этой цели я вот взял, вот видите, на 60 ватт. Вот завтра буду, значит, вот с этой батарейкой черной опять ее заряжать, я буду до полного часа 2. Это вот страчу 22 ватта, 2 часа на полную зарядиться через систему Амрон. А потом посмотрим, сколько вот это будет светить, 60 ватта, сколько времени. То есть опыты будут продолжены завтра.
на базе Рильям Рона. Сегодня мы нашли, как говорится, проводя опыты на базе Рильям Рон, нашли вечный свет. И так бывает. Как говорится, вот сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. И опыт, путь ошибок трудных, и гений парадоксов друг. То есть парадокс получается. Когда никто ничего не ожидает, раз. Пушкин-то это знал еще 150 лет тому назад. А мы не знаем. Ну, в общем, на этом завтра, значит, будем продолжать опыты с Амрон. А это вот можете применять в теплицах, в квартирах. Китайские лампочки. Или от батарейки, или от сети. Вот. И вот вам освещение. Только их надо, так как они светят тускловато, их надо на каждую комнату штук по 20 вешать. В этом суть.